Сегодня утром произошел выброс сероводорода на территории канализационно-очистной станции города Аксэ, повлекший за собой взрыв, в результате чего погиб работник государственного казенного предприятия «Аксай-Жлукуат». Еще один человек находится в реанимации районной больницы. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Выброс произошел в здании механических решеток, расположенном на территории канализационно-очистной станции, во время проведения работ по очистке от механических примесей. В здании на тот момент присутствовали два человека. На месте погиб начальник участка государственного казенного предприятия «Аксай-Жлукуат». Технолог получила ожоги второй и третьей степени. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Подробности инцидента выясняются. Начато досудебное расследование по статье 156 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены судебно-медицинская и пожаротехнические экспертизы. Аким района Миржан Сатканов выступил в социальных сетях и заверил, что пострадавшим семьям будет оказана необходимая поддержка. На территории Аксай-Жлукуат на участке КОС произошел несчастный случай, где один человек погиб на месте, один получил телесные повреждения, который в данное время в районной больнице получает лечение. На здание решеток, это где идет грубая очистка, по версии, произошел взрыв метана, который накопился на участке.